Дорога вдоль дачных участков на Кукуевке, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем у жителей Десногорска и местных дачников. 3 километра полотна сомнительного качества проверяли на прочность терпения дачников и подвеску автомобилей. Прокатиться с ветерком по Кукуевской дороге 3 полей еще недавно это могли позволить себе лишь единицы. Из-за большого количества ям движение даже на минимальной скорости было весьма опасным. Но теперь проехать к своему дачному участку можно без риска для жизни. Взять ситуацию под свой контроль решили сами местные жители. Садоводческие товарищества «Десна» и «Строитель» смогли найти необходимую сумму, пусть на небольшие, но крайне необходимые работы. Ямочный ремонт провели на всем протяжении Кукуевской дороги. Ходили и мерили каждый сантиметр работы, чтобы никакого превышения, там тарифа не было, ничего. И все по совести оплатили, знаешь, они прислали нам договор, заключили его договор, подписали. И оплатили стоимость работы. Работы провел подрядчик из Рославля. Тот самый, который по заказу администрации Десногорска недавно отремонтировал 1600 метров подъездной дороги в сторону Кукуевки. А это значит, что и здесь все сделано по требуемой технологии и с гарантией. Это правильное решение садоводов, так как данная территория, обслуживание и благоустройство данных территорий по законодательству лежит на плечах собственников территорий, садоводческих товариществ. Ямочный ремонт дорожную проблему на Кукуевке, конечно, не решит. Но сделать свою жизнь чуть более комфортной и безопасной своими силами у местных жителей точно получилось. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ.